ребятохи, с вами, как обычно, Ритоха, и вы на канале «Сборище импрессионистов». Прошло уже достаточно много времени после выхода замечательной игры Red Dead Redemption 2. И вот, наконец-то, кое-кто из нашей команды прошел этот шедевр. Игра мне действительно очень понравилась. Хотя лично для себя я выцепила пару недостатков, как, например, из-за колоссальной проработки главного персонажа, другие очень меркнут и кажутся куклами. И я сейчас говорю про графическую составляющую, вроде грязи и капелек пота на лбу. Но в данном видео не будет очередного обзора на лучшую игру года. Вы, наверное, и так уже читали, где только можно, что это лучшая игра десятилетия и так далее. В данном ролике мы попробуем раскрыть характер главного героя Артура Моргана. Кто же ты, Артур Морган? В видео есть спойлеры к игре, так что если вы не играли, советую не смотреть это видео, чтобы не испортить впечатление. Артур родился в 1863 году. Его отец был преступником, и в результате, когда ребенку было 11 лет, отца арестовали за воровство. В возрасте 13 лет Артур был взят на попечение датчем Вандерлиндом. Голландец стал для мальчика приемным отцом. Они проводили много времени вместе, катались на лошадях. Датч учил его жизни и воспитывал как сына. В результате Артур спустя время пришел к тому, что начал видеть жизнь свободной от цивилизации и верховенства закона, без правительства, где миром правят банды и грабежи, разбои и нападения, и выживает сильнейший. В результате Морган стал одним из основателей банды Вандерлинда спустя годы. Okay. So, Bill, this better be worth it. Oh, it is. We put a lot of research into this one. I hope so. All right. Let's go. Mr. Morgan. Herr Strauss. That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan, then? Oh, well, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Личность Артура в Red Dead Redemption 2 можно разделить на две части. В первой Морган достаточно холодный и жестокий убийца-разбойник, который живет во имя своей банды. Ему не составит труда убить человека, совесть его мучить не будет. Артур может быть крайне безжалостным своим оппонентам, при этом очень добрым, терпеливым и вежливым к своей семье, ну или банде, и даже для тех ее личностей, которых в ней он не любил или попросту не уважал. Артур не дает своим эмоциям вырваться наружу, стараясь приглушить их в себе. Особенно это очень заметно, когда тот совершает аморальные поступки. Когда Морган без лишних слов может убить невинного человека. При этом у него существует свой моральный кодекс, где, например, месть бессмысленна, то есть бесплодна, а убийство должно быть только во благо семьи или в защиту. Однако Артур признает, что он плохой человек, и ясно понимает, что его поведение является морально неправильным. В игре он может разговаривать с некоторыми членами семьи о своих переживаниях по поводу его жестокого поведения, что показывает нам то, что он действительно переживает, ему не наплевать, и для него это в какой-то мере испытание. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But
I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. Еще в детстве Вандерлинд привил Моргану свою философию, в которую тот верил и думал, что эта философия способна помочь людям. Но потом Артур понял, что все это иллюзия и сказка, что Дач просто пытается быть тем, кем не является. В результате Морган начинает задумываться о своем существовании, и как факт его жизнь принимает другую сторону. Тут и начинается вторая часть личности Артура. У него появляются разные беспокойные мысли и состояния тревоги, а также чувство глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования. Он переживает экзистенциальный кризис. Все, что он делал, кажется ему бессмысленным и неправильным. Можно заметить, что те его деяния, которые он воплощал в жизнь во имя банды, не доставляли ему дикого удовольствия. Скорее всего, это была привычка. Кроме как красть, убивать, верхом на лошади ездить, мальчик ничего не умел. А когда он нашел себе кумира в лице Дача, то понял, что, наверное, это и есть его призвание. Однако спустя довольно-таки долгое время он понял, что все, во что он верил, ничто. Конечно, на это повлияли многие обстоятельства, но самым решающим была потеря веры в Дача, в своего кумира, в его философию, которую голландец сам нарушил. Когда Артур узнает, что он смертельно болен, этот момент как раз выпадает на его кризис. Он раздавлен этой новостью, но собрав все силы в кулак, начинает пытаться изменить прошлое, совершая различные добрые и высокоморальные поступки. Артур начинает пытаться сделать все, чтобы исправить то, что он и его банда натворили для других людей, а также для некоторых ее членов. Так, например, Морган убеждает Марстона покинуть банду и начать новую жизнь. Come on, Arthur. Let's go get her. You and me is all we need. Miss Tilly. Here. Take this. You take this money, too. Take Jack, and you wait at Copperhead Landing for Abigail and Mrs. Adler. Thank you, Arthur. You're a good girl. You live a good life now here. All right, Arthur. I'll miss you. Jack, come here. Be brave, son. I'm gonna go get your mama. Mrs. Adler. Артур, будучи разбойником, является настоящим примером рыцарства и благородства. Да, в его жизни было много событий, которые говорят о нем как о безжалостном и коварном убийце. Но что, если все это лишь маска? А на деле Артур всегда все делал для благополучия других людей. Ему всегда было наплевать на себя и на свои мысли. Вся его жизнь построена на поддержании кого-то. Дач, Мэри, Джон. Он всегда был благородным и честным, а его поступки находили отражение в том, кому он помогал. Вскоре после смерти Артура его друзья будут вспоминать его как честного и благородного человека, который жертвовал собой каждый день, только чтобы другим было лучше. Его внутренние терзания в конце игры достигли своего апогея, и в случае, если Морган в лице игрока совершал хорошие поступки, Артур умрет как настоящий герой, получив свое кроваво-красное искупление.
же итог из всего вышеперечисленного? Артур Морган – человек с тяжелой судьбой. Он потерял сына, потерял возлюбленную, потерял веру в друга и отца, Дача, даже, можно сказать, был преданным. Он потерял много чего и много всего, но при этом он не терял самообладание, держался как настоящий мужчина. Не спивался, не говорил, что виноваты другие в такой его жизни. Он принимал свою судьбу и грехи и жил вместе с ними бок о бок. И в конце жизненного пути Артур сделал все возможное, чтобы защитить уже остатки своей семьи от себя и от своих деяний. Ну а на этом все. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте ставить палец вверх и подписываться на канал PewDiePie. А то мы проиграем, и самым подписанным каналом будет какая-то индийская корпорация. А? Негодно же. Ну и на наш канал подпишитесь. Почему бы и нет. Ну а я прощаюсь с вами. Всем удачи и всем пока.